Ребята, привет! Джоанна, это я. Снова в эфире канала Университета актуальных профессий Geekbrains. Сегодня проверим, насколько внимательно ты смотришь наши выпуски и как хорошо разбираешься в IT-терминах. Впереди тебя ждут 8 вопросов и несколько секунд на размышление. Не бойся ошибиться, после каждого вопроса я подскажу правильный ответ. Главное, не забывай отмечать количество верных ответов, и за каждый из них ты получишь 1 балл. Присаживайся поудобнее, на старте вопрос номер 1. Совсем недавно мы посвятили целый выпуск обзору базовых профессий в IT. Среди них был и системный архитектор. Кстати, чем занимается этот специалист? Вариант номер 1. Принимает основные решения по внутреннему устройству программной системы и ее технических интерфейсов. Вариант номер 2. Выстраивает систему работы будущего продукта с учетом архитектуры здания, в котором он будет использоваться. Ну, конечно же, здание здесь ни при чем. Правильный вариант ответа номер 1. Забирай 1 балл, если выбрал его. Двигаемся дальше. Продолжаем разминку. Вопрос номер 2. Под пет-проектом в IT обычно подразумевается. Первый вариант. Домашний питомец программиста, как правило, из семейства кошачьих. И второй вариант. Твой личный проект, над которым ты работаешь в свободное от работы время. Кошечек обожаю, но в IT pet-проект или pet-проект это технологичный и не обязательно коммерческий проект, который ты делаешь сам для себя. Лови 1 балл, если думаешь так же. Вопросик посложнее. Что такое brute force? Первое. Система измерения массы веса составных частей компьютера. И второй вариант это метод взлома учетных записей путем подбора паролей к ним. Брут, и ты туда же. Так бы я сказал, если ты выбрал бы первый вариант ответа. А правильный ответ это номер 2. Об этом мы рассказывали в выпуске о том, как подобрать надежный пароль. А пока лови еще 1 балл, если угадал правильно. Переходим к вопросу номер 4. Python, C-Sharp, Figma, Ruby, Scrum. Что из перечисленного не является языками программирования? Первое. Figma, Scrum. И второе. C-Sharp, Python. Правильный ответ номер 1. Figma это облачный графический редактор, в нем работают дизайнеры, а Scrum это метод управления проектами. И это территория менеджера проектов. Как расшифровывается DevOps? Первое. Director of Occupation или Development Operations. Правильный ответ такой. DevOps это сокращенно от Development Operations. И на самом деле это не название профессии, а целая культура и методика, которая объединяет разработчиков и команду эксплуатации вместе, чтобы работать над проектом еще эффективнее. Давайте идти дальше. А вот задачка посложнее. Какие навыки помогут улучшить игры Grid Creators и Flexbox Zombies? Разработчика Дейва Гендеса. Первое. Владение CSS. Второе. Знание HTML. Эти игры помогут в интерактивной форме освоить методологию поверстки табличных макетов под названием CSS Grid и CSS Flexbox. Лови еще 1 балл за правильный ответ. Мы на финишной прямой. Последний вопрос. Что такое Pixely? Первое. Сленг разработчика или это игра для проверки глазомера? И правильный вариант ответа номер 2. Это игра, в которой нужно нарисовать прямоугольник по заданным параметрам. В зависимости от результата ты зарабатываешь уже не только баллы, но и оценку от Pixely. Поэтому старайтесь не ошибаться, если не хотите вместо Grade увидеть Grade Set Nobody. Подведем итоги. Почитай количество баллов за правильные ответы и прямо сейчас узнай результат. Если ты набрал от 1 до 3 баллов, я смело присваиваю тебе звание принца-джуна. Ведь у тебя уже есть понимание того, как работает мир IT, но до звания повыше еще нужно подучиться. От 4 до 6 правильных ответов ты настоящий князь Мидл, отличный старт к топовым позициям. А если угадал ответы на все вопросы, поздравляю, ты становишься королем мира IT. Кажется, тебе уже можно задуматься о карьере преподавателя. В заключение хочу сказать, что результаты теста, конечно же, не стоит воспринимать серьезно. Каждый из вас клевый, да вы и сами знаете. И, кстати, как тебе такой формат? Если понравился, обязательно отпишись в комментариях и делись результатами теста. А пока желаю тебе хорошего дня и ухожу в офлайн. До следующего выпуска. Пока-пока!